Голосовать против всех на муниципальных выборах больше нельзя. Соответствующий законопроект сегодня рассмотрели депутаты Ил-Тумен на пленарном заседании. Всего в повестку вошло 37 вопросов. Один из них – проект закона о муниципальных выборах в республике. И отныне в бюллетенях для голосования не будет графы «против всех». Напомним, что в 2015 и 2016 годах в Алданском и Нерюнгринском районах на муниципальных выборах число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов, оказалось больше, чем число голосов, поданных за кандидата. В результате тогда назначили повторные выборы, тем самым израсходовали дополнительные средства, а это немалые суммы. К примеру, только на выборы главы Алдана в 2015 году израсходовали 1 миллион 569 тысяч рублей. Затраты с точки зрения муниципальных бюджетов, соответственно, муниципальные бюджеты и своих бюджетов должны на это выделять свои денежные суммы. А, соответственно, они у нас не такие большие для того, чтобы позволить тебе, в общем-то, такие траты. Кроме того, вот это вот исключение графы против всех, да, оно все-таки дает возможность гражданам голосовать за людей. За конкретных кандидатов. Гражданские права, они нарушаются, гражданин приходит на избирательный участок и высказывает свою позицию. Если он ее не желает высказывать, то, соответственно, у нас есть у него право не участвовать в голосовании.